Караганды суд оставил квартиру пожилой паре, которых обманул родной сын аферист. Мужчина сейчас отбывает наказание в тюрьме за обман еще нескольких человек. Его единственное жилье, где жила семья, конфисковали и продали с аукциона. Семья из 6 человек, включая годовалого внука, едва не осталась на улице. Мы уже рассказывали историю семьи Нугмановых. Сын Сырым 12 лет назад уговорил родителей продать свою квартиру, чтобы купить в лучшем районе. Однако обманул их. Большую часть денег присвоил себе, а стариков заселил в квартиру, взятую в ипотеку, на свое имя. Сам же исчез. Родителям пришлось из пенсии погашать долг. Недавно они узнали, что Сырым отбывает 6-летний срок в колонии Петропавловска. За его долги все имущество продали с торгов, в том числе и эту квартиру. Но супругам через суд удалось доказать, что не их сын, а они 11 лет платили ипотеку и отдали в общей сложности с процентами 25 тысяч долларов. Районный суд признал результаты торгов недействительными, а квартиру вернул в собственность отцу семейства. Конечно, огромное облегчение, как будто с горы с плеч упало, потому что последние месяцы практически не спали и сильно волновались. Начали жить по-новому теперь, как все люди,